Здравствуйте. Я вас вчера чайник купил, а он не работает. А, с витриной, которая правильно? Да. Лампочка загорается, ну, воду наливаешь, включаешь, лампочка загорается, но как бы время проходит, а он не греет. Сейчас расскажу, объясню, как сделать это быстро, просто, чтобы вам чай. У нас сервисного центра нету. Сервисный центр ближайший Шувалова 8. В минутах отсюда. Там есть сервисный центр. Что нам нужно сделать? Нам нужно туда прийти, сказать, что он не работает, потому что вы его вчера купили. Они просто проверят его в течение там, минут 50. То есть убедят, что он не работает, вам выпишут документ, можете с ним к нам прийти, можете прямо там выбрать что-то другое. Просто если я сейчас буду это принимать, до 21 дня можно тянуться. Проще 5 минут пройтись. Хорошо. Это самый максимально быстрый способ. Я помню, вам вчера говорила, что сервис на Шувалова. А, не запомнили, да? Ну, я как понял, что сервис на Шувалова говорили, что туда возвращать, ремонтировать. Я думал, может, возврат сделают или поменять. Нет, ну, просто мне чайник сегодня нужен. Через сервис, но они там делают, просто, на месте, вы просто туда приходите, да, они сразу проверят его, убедят, что они работают, и выпишут документ либо к нам, либо можете там выбрать что-то сами. То есть либо просто возврат денежных средств сделать. Хорошо, спасибо. Это просто самый быстрый способ. Я здесь могу, к сожалению, только его принять, но это до 21 рабочего, до 21 дня может затянуться, поэтому проще 5 минут сходить. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Вы можете в сервисный центр меня проводить? Я взял в экопарке чайник, он не работает. А, здравствуйте, я в экопарке купил чайник, он не работает. Может? Не включается? Как? Он включается, он не греет воду. А, то есть лампочка загорается, когда включаешь? Не, ну он воду может дать, у меня вода всего есть. Он без воды вроде вообще не включен. Да, он чуть не горит. А, лампочка, горит? Не, не такая модель, чтобы у него защита была. Нагрева нет. Позвольте, все плохо спать. Да. На замену можно у вас делать или там? А если... Если... А замену можно на такой же сделать или на другой? Можете на другой, если другой стоит подороже, доплатите просто разницу. Ага. А если... Подешевле, не... то разницу нет. Вернуть. А вернуть вообще можно? Thank you.
А такое же у вас наличие есть? Я не продавец, я не знаю. Хорошо, я сейчас поинтересуюсь. Номер телефона? А высокотехнологичные товары сложнее вернуть, да, или так же все происходит? Сложно технически. Сложнее, да? Или... 18-ю статью есть смысл изучить касаемо возврата сложно-технических устройств и несложно-технических устройств. В 18-й статье потребитель при наличии дефекта с подтверждением дефекта имеет право отказаться от устройства. Uh-huh. Со сложно-техническим устройством нет, там ремонт. Uh-huh. Понятно. Там безвозмездное устранение, когда-то возникло только этим фото. Но касаемо сложно-технических устройств, если первые 2 недели от покупки, то тоже нет ремонта под подтверждением диагностики. Хорошо. Сотрудникам магазина, продавцам, либо на кассе. Хорошо, спасибо. Все добро. Звоню на вас. Ну, я пока не... Я посмотрю, у вас есть такой же, нет? А где посмотреть можно? Если точно такой же, ну, может быть, такой же. Да, есть точно такой же, но он на витрине один остался. Нет, на витрине я больше не хочу. Я уже... попался. Но я посмотрю, может быть, да, устроит. Да, а если нет, можно будет вернуть. Да? Где чайники у вас? Угу.